Представляю вам квартиру, студию на Английской 2 с очень интересной планировочкой. Итак, как только мы заходим в квартиру, у нас вот такой большой шкаф-купе, где можно разместить полочки на вещи на полочках. И, соответственно, здесь большой шкаф под верхнюю одежду. Итак, комната с одной стороны, санузел по левую руку. Комната представляет собой совмещенную спальную зону с кухонной. Кухня, несмотря на то, что она компактная, но несколько шкафов верхних, несколько нижних. Достаточно много места для того, чтобы разместить различную кухонную утварь. Есть чайник, соответственно, плита духовым шкафом и вот такой большой холодильник. Сейчас он отключен, намыт, с большой, обратите внимание, морозильной камерой. Спальное место представляет собой кожаный диван, книжку. Имеется стеночка небольшая. С двумя, получается, шкафами здесь и здесь. Также можно разложить вещи, и постельное белье, какую-то свою посуду. Вот здесь есть даже какое-то одеялко. Достаточно большая, просторная комната. Здесь имеется застекленный балкон, тоже не маленький. Что-то лишнее могут убрать. Значит, здесь сушилка, гладильная доска. Окна у вас во двор. Таким образом. Сейчас вам покажу санузел. Ремонт от застройщика. Санузел в кафеле. Душевая кабинка, раковина, унитаз, стиральная машинка. Все работает, все подключено.